В этнокультурном центре в эти дни проходят мастер-классы. Мастера по пошиву национальной ненецкой одежды передают свой опыт окружным умельцам, которые хотят усовершенствовать свои навыки в этом деле. Своими впечатлениями о мастер-классах участники поделились с нашей съемочной группой. Подробнее в сюжете моей коллеги Натальи Кисляковой. Надежда Воучейская – специалист по пошиву меха из поселка Красное. До этого момента мастерица не пробовала заниматься изготовлением традиционных изделий ненецкой культуры, а особенно на ткани. Надежда признается, сложнее всего давались узоры на панице. У меня как бы своей паницы нет, не было ни разу. И я решила прийти и сшить себе паницу, чтобы была моя личная, самой собой сшитая паница. Другая участница, Таисия Ванюта, имеет богатый опыт в ручном пошиве бурок и домашнего убранства. Но с машинной техникой раньше не работала. На мастер-классе Таисия познакомилась с пошивом на механической швейной машинке, что оказалось не таким легким занятием. Самое сложное для меня, конечно, орнамент, потому что я это еще не умела делать. Вот пришивать именно на машинке. Ну, на самом деле, я орнаментом занимаюсь давно, потому что я шью тоже и бурки иногда, не иногда, даже частенько. Шью к ним узоры. Узоры бывают разные. Но вот такой узор я делаю впервые, конечно, что вот на ткани и на машинке. Да. А так все в основном вручную. Мастер-класс проводят специалисты этнокультурного центра. В этот раз участникам предложили шить ненецкие паницы и пояса. Мастерицы снимают мерки, кроют по шаблонам, работают на швейных машинках и перенимают опыт. Трудолюбивые все, потому что мы идем даже вот с опережением плана. Все заинтересованы сделать красоту, потому что они для себя шьют, не для кого-то, а для себя. Вот. И очень отзывчивые, потому что на замечания есть маленькие нюансики по технологии, поэтому вопрос, ответ, показ, естественно, исполнение. Вот по такому логаритму мы работаем. Вот. Поэтому удовольствие огромное. Мастер-классы народных художественных промыслов для представителей коренных малочисленных народов округа проводят вот уже во второй раз при поддержке Департамента внутренней политики. Участникам оплачивают проезд к месту проведения, а также жилье и питание. Мастер-классы у нас нацелены на, значит, межкультурное общение между населенными пунктами округа, на сохранение и, скажем, развитие традиционных народных промыслов в Ненецком автономном округе. То есть в ходе мастер-классов у нас мастерицы обучаются шитью традиционному, работе с сукном, с орнаментом, плетению национальных поясов. Вот основные задачи нашего мастер-класса в этом году – это шитье национальной паницы суконной нойца и плетение пояса традиционного ненецкого. Напомню, мастер-классы пройдут с 7 по 12 октября. К слову, по их окончании все участницы получат в подарок изготовленные паницы и пояса. Наталья Кислякова, Антон Бодряков, телеканал «Север».